Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале Экзигет давайте вместе с вами задумываться сегодня над очень важным вопросом. Учение о богообщении. Одно из центральных в, христианском, в христианской сатириологии. Попалась интересная точка зрения в русскоязычном сегменте интернета о том, что э, то привычное представление о богообщении, которое было в Святой Церкви в течение веков, основанное на Священном Писании и предании Святой Церкви, на учении святых отцов, является неким устаревшим и языческим, совершенно э, небиблейским и э, мешающим подлинному богообщению. Многие люди задают вопрос, как относиться к такого рода информационным нарративам. Давайте вместе задумаемся. И пусть девизом к нашему размышлению будут слова святого апостола Павла из второго послания к Тимофею. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. И призывая своего ученика Тимофея, святой апостол Павел говорит, «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». В послании к Титу святой апостол Павел также говорит, Ибо есть много непокорных пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных, обрезанных, как и должно заграждать уста. Они развращают целые дома, уча чему не должно из постыдной корости. Действительно, возникновение разных сомнительных учений, маскирующихся под якобы христианское благовестие, это не новое явление. Оно в истории церкви было от самого начала, еще с апостольских времен. Вот существует сейчас и очень популярно в определенных кругах точка зрения, что существует якобы пять видов богообщения. Что богообщение – это человекообщение. Когда люди общаются между собой, вот просто когда люди между собой общаются, то Бог это общение воспринимает в свой адрес и как в качестве такого аргумента Подтверждение такой точки зрения приводится в отрыве от контекста слова Господа Иисуса Христа из Евангелия, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Общение с самим собой, как бы второй вид богообщения, что если ты общаешься с самим собой, любимым, то со своим внутренним человеком, со своим божественным, то это, это и есть так называемое прогрессивное богообщение. Вот ты сам с собой общаешься где-нибудь наедине в комнате, это и есть общение с Богом. Никаких подтверждений ни Священного ни Святых Отцов Церкви, как правило, проповедники, пропагандирующие такое, такой нарратив, как правило, не утруждают себя доказать. Библейский путь богообщения они называют – языческим и отжившим свой век. Буквально говорится следующее. Третий путь – это библейский, или иначе говоря, языческий путь богообщения. Это когда Бог являлся Аврааму, Бог являлся Якову, даже борется с ним, Бог является Моисеем, о чем-то уговаривает его. Это очень грубая форма, она сбивает нам настройки. Один из проповедников такого рода идей. Четвертый вид богообщения – это монашеское богообщение. Ну, как и следует ожидать, весь пласт Святоотеческого монашеского опыта, который обогатил священное предание, безусловно, у людей, проповедников постмодернизма, это как некая кость в горле, лишают права монашествующих на то, что якобы они действительно могут с Богом общаться, что им реально является Пресвятая Богородица и святые обесцениваются, всячески пытаются монашеский опыт признать ложным, ущербным, каким-то, скажем так, путем закомплексованных в себе людей, неуверенных в себе. И пятый путь богообщения – это якобы общение через труд. Вот ты трудишься, и это и есть твое богообщение. Такой вот информационный нарратив есть. Проповедуют его в том, в том числе и священники, ну и, как правило, священники, которые одновременно являются практикующими психологами. Вы знаете, в одной из бесед, дорогие друзья, кто смотрит регулярно библейский портал Экзегет, была одна беседа наша, как раз она так и называлась «Обязательно ли священнику быть хорошим психологом?». К сожалению, попытка усидеть на двух стульях, чрезмерное доверие психологии, и неоправданно большое, скажем так, доверие различным психологическим или психиатрическим практикам и использование их в пасторской практике, в душепопечении, все вот это сыграло на самом деле очень злую шутку со многими, даже далеко не глупыми и талантливыми священниками. Потому что это может привести к тому, как вот известен случай, увлекаясь психологией, один человек снял с себя крестик и сказал, я теперь буду верить только в то, что вижу. Психология, к сожалению, уводит от простоты веры во Христа, веры в Священное Писание. Это как бы некая такая квазирелигия для современных людей. И естественно, практикующий психолог даже на религию смотрит только как на некий инструмент психотерапии. Из религии практикующий психолог, в данном случае мы говорим о светском психологе, он берет только то, что удобно. А если же практикующий психолог еще в священном сане, то перед ним, конечно, очень непростая дилемма: как соединить, в общем-то, несоединимые вещи. И, как правило, вот такое увлечение психологией приводит к такой деформации христианского мировоззрения, как раз э, к тому, о чем мы сейчас и говорим, когда богообщение трактуется так широко, что общение с самим собой ⁇ это уже богообщение, общение с другими ⁇ это уже якобы общение с Богом, и якобы Господь все вот это принимает э, в свой адрес. И как следствие такая идеология, что, собственно, естественно для э, идеи постмодернизма, полностью упраздняют Бога и удаляют Христа из э, центра религиозной жизни. Я процитирую вам, дорогие друзья, одного священника-психолога, который буквально так и говорит в одной из своей популярной лекций. Бога нужно убрать как активную фигуру. Бог должен быть вторичной фигурой. Бог – это всего лишь звук благодарности – которые мы слышим из уст людей. Это некоторое чувство уюта, которое есть у нас. И далее, христоцентричность нужно убрать. Христос убирал христоцентричность. Христоцентричность – это языческая ересь. Я сейчас с глубокой болью лишь цитирую слова из одной видеолекции одного очень популярного священника-психолога. Так как мы находимся, дорогие друзья, на библейском портале «Экзегет», в нашу задачу не входит осуждение кого-то лично, касаться личности какого-то человека. И вообще, когда э, опускаешься до личности, всегда есть опасность, что человек может сказать, меня не так поняли, меня, мои слова не так э, истолковали и так далее. Поэтому я бы предложил вашему вниманию, дорогие друзья, вот над чем задуматься. Сам по себе вот этот информационный нарратив, что якобы есть много разных видов богообщения. И то богообщение, которое было в Святой Церкви, богообщение из Священного Писания, из святоотеческий опыт признается как устаревший, как неправильный, как ложный, как языческий, и когда призывают Христа убрать из центра религиозной жизни, и христоцентричность даже называется языческой ересью, то у любого верующего человека, крещенного верующего, который старается жить по заповедям Божьим, такие идеи не могут не настораживать. Такие идеи не могут приниматься христианской душой. Давайте посмотрим, что Священное Писание говорит нам. Господь наш Иисус Христос говорит в Евангелии такие слова. «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным. Кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Я цитирую вам сейчас Евангелие от Матфея, 10 глава, 32 стих. «Все предано мне Отцом моим. Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Евангелие от Матвея, 11 глава, 27 стих. Так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это из Евангелия от Иоанна. Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. Кто не чтит Сына, тот не чтит Отца, пославшего Его. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 23 стихи. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 15 стих. И вот слова святого апостола Павла из послания к филиппийцам. «Бог превознес его, Бог, Создатель Вселенной, Бог Отец, превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Смотрите, дорогие друзья, даже вот этих нескольких цитат достаточно, что подлинное богообщение может быть только через веру и принятие Иисуса Христа как Спасителя мира. Спаситель неоднократно говорит, что без меня не можете делать ничесоже. Что аз им дверь овцам, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Себя, Спаситель, сравнивает с виноградной лозой, и говоря своим ученикам накануне своих страданий, подобно тому, как веточка не может принести плода, если не будет на лозе, так и вы, если во мне не прибудете. И без меня не можете делать ничесоже. Ни То есть без веры во Христа. Без молитвенного общения с ним ни о каком богообщении быть, речи быть не может. Свести богообщение просто лишь к общению людей между собой, или что еще хуже, свести богообщение так кутулировано только лишь к общению с самим собой любимым, назвать это профанацией, это, наверное, ничего не сказать. Почему возникают такие идеи? Почему они так популярны? Но то, что не популярны, это мы в вот, выше процитированных словах святого апостола Павла к Тимофею, мы слышим, что в последние времена наступят времена тяжкие, и люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, и перечисляется, какими будут, и что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. очень льстит слуху человека мысль что все, что написано в Библии, все, что у святых отцов, это все устаревшее язычество, я могу сам с собой общаться, и это и есть богообщение. Идеология постмодернизма, к сожалению, занимает все больше и больше э, пространства в умах и сердцах людей, ну, именующих себя представителями западного христианства. Вот это выхолащивание христианства, вот это э, представители так называемого э, они даже себя открыто так называют «постхристианская эра». И эти же идеи, к сожалению, проникают в сознание верующих людей. Я призываю вас, дорогие мои друзья, если вы где-нибудь увидите пропаганду такого рода идей, что богообщение может быть без Христа, и что можно просто общаться друг с другом и свести богообщение только лишь к общению людей между собой, задумайтесь, эти идеи, имеют ли отношение вообще к христианской. Если они полностью дискредитируют христианское благовестие, и, если даже сказать более глубже, полностью демонтируют вообще христианскую и эти идеи, даже если они произносятся людьми в священном сане, практикующими психологами, даже если они с таким вот, с нарративом что-то вот для того, чтобы люди задумались. Это идеи разрушительны и опасны для верующего человека. Давайте действительно будем помнить, что слова Священного Писания «блюдите, как опасно ходите». «Блюдите, как опасно ходите». Будьте повнимательнее ко всему тому, что под видом христианской проповеди может быть предложено вам. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.